Ну, насчет психолога я бы хотела бы тоже сказать от себя пару слов. Это был мой второй тренинг, получается, групповой. И вот мне нравится, как я принимаю вот эти вот все моменты, которые мы проговариваем изначально уже после медитации. Потому как в медитации я действительно погружаюсь в себя, вот на те какие-то подсознательные уровни, от которых уже и идут вот эти все ситуации с детства, где у меня лично блоки мои, и вот здесь мне проще с этими блоками работать через медитацию. И как раз-таки вот в групповом сеансе, когда ты слушаешь еще боли других людей, ты понимаешь, что, в принципе, каждый из них сталкивался с таким же в жизни. И у всех ситуации, они даже если разные в чем-то, смысл один. И когда ты прорабатываешь вот это еще вместе с другими людьми, понимаешь, что ты можешь довериться сейчас, послушать другого человека, также проникнуться в его состояние. И какое-то уже какая-то коммуникация от других, она тоже дает вот этот вот, ломает барьер психологический, когда ты можешь открыться перед другим человеком, незнакомым. И, ну, здесь, конечно, еще голос Эльвиры, мне кажется, меня прям успокаивает всегда, особенно когда вот медитации, они прям проходят у меня так четко по ее всем инструкциям, потому что я вот через голос ее погружаюсь, ну, хорошо, лучше, чем я бы это делала одна дома. Спасибо.